Работа кипит, только полосы на спецовке сверкают. Планы на этот год – нанести разметку горячим пластиком на 12 курских дорогах. Это улицы Ленина, Радищева, Карла Маркса, Перекальского, Кавказская, Пучковка. Участок проезжей части на 50 лет Октября, проспект Клыкова и другие. В основном это улицы, на которых дорожное покрытие соответствует нормативным требованиям. На отдельных участках все-таки будет выполнен ямочный ремонт по необходимости. Поэтому наносится на тех сначала участках, где позволяют дорожные условия. Кстати, некоторые улицы и ремонтировать, возможно, будут по ночам. Такое в Курске уже практиковали, там, где движение наиболее оживленное. За белоснежными тире с пылу с жару на дороге появляются точки сигнальных конусов. Эдакая морзянка для автомобилистов означает лишь одно – свежую разметку, пусть и быстро сохнущую, нужно объезжать. Продержится она год. Такова, как говорят специалисты, функциональная долговечность материала. Однако по опыту он служит даже дольше – в 3, а то и в 4 раза. Работы планируют завершить до 1 мая. К этому же сроку уже краской обновят пешеходные переходы по улицам Ленина, Радищева, Сонина, Невского на Красной площади. А ко Дню Победы – по Карла Маркса и проспекту Победы.